если мы зайдем в супермаркет Германии и сравним их цены с нашими. Пошли. Вот такие рулетики. 0,99 евро. Так, морковка. 0,69 евро у нас. 22 гривны. А персики по скидке 1,79 евро. Помидоры почем, скажи? Помидоры 0,69 евро. Вот такой томат с паприкой 1,79 евро. 400 грамм. Цены 0,59 евро. Вот такой шоколад с орешками. А вот такой вот белый 1,39 евро. Милка большая есть. Маленькая 1,09 евро. А большая милка 2,99. Вот такая большая милка, огромная. А вот такой вот шоколад 1,39. Так, огурцы 0,89 центов. Вот какой-то салат. А нет, 75 центов. А там есть еще био огурцы. И салат какой-то. Арбузы 0,99 евро. Вот такой вот кокос, походу, уже почищенный. Даже показано, вот как его надо вырезать верхушку, вставляешь трубочку и пьешь. 2,49 его цена. А вот это инжир. Инжир, видимо, 2,19. Бананы у нас здесь есть. 1 евро 9 центов. И капуста. Кальраби 0,49. Обычная капуста 0,99 за килограмм. Так, лук у нас получается 79 центов. Это, видимо, мешочек. А вот свекла у нас 99 центов. А вареная рядышком 1,49. Картошка 1,59 центов, вот такая мешочек. Чеснок тоже есть рядом. Сельдерей, вот там цены такие. Это био яблоки 2,79. 2,49 вот такие яблочки. Это био. Так, вот это колбаса. Это здесь килограмм, походу. Колбаса в рост леси. Какая цена? Да, здесь килограмм. С солями. 5,79. Вот майонез у нас. Такой майонез. 0,95 евро. Да, салатный какой-то майонез. Везде в Германии сосиски консервированные. У нас такого вообще нет. А у них есть. И цена сосисок... Ага, вот. 1,79. Значит, бутылки принимаются... Для сдачи, если есть вот такой вот знак. Мы сегодня пытались запнуть бутылку без знака, но у нас оно не приняло. Поэтому мы вычитали, что нужен специальный знак. Вот такой вот он. Так, вот пиво у нас 0,29. Это евро в стеклянной такой бутылке. Лобкович 0,5 литра.
такое вот пиво. Бутылка вот такая, наклейка. Так, сколько градусов там? Так, ага. 4,8. 4,8 оборота. 0,5 литра. Вот яйца. 0,99 евро десяток. Ну, около 30 гривен. Короче. Ну, для Германии, мне кажется, совсем недорого, тем более для Берлина. Ну, такие досточки классные, стеклянные. Мне кажется, нож будет тупиться, стеклянная. Но красивая. С собачками. Выбираешь, какую хочешь. Розочки. И наподобие салата оливье с майонезом. Вот, вот такая вот баночка. 1 евро стоит. Классно вообще. 30 гривен. Ну, ты знаешь, у нас не дешевле, я тебе скажу. У Киеве как берешь, там даже дороже. Вот такой биг ланч. Тазик макаронов. Почти 3 евро. Так, макарошки. 0,39. Выбор есть здесь, конечно. Уже с голоду не пропадем. Есть подороже, вот 0,69. Я не знаю, из чего сделана эта подушка, но она идеальна. Она такая мягкая. Классная подушка. Как перина просто. Смотрите, килограммовая капучино. Капучино стоит 90 гривен. Килограмм. Вот классные перчатки такие. Вот они с разными, рисуночками. Цветочки. Такие. Такие классные. Ну, правда, дорогие. 90 гривен. Угу. А вот алкоголь у нас, ликеры, вот здесь и водка, есть, да. Вот тут продаются настоящие украинские. Какие огурцы, а мы выкидываем, там курицам даем, надо в желтяки. Германию, в супермаркет. Вот, желтяки. Будем миллионеры. Ребята, это желтяки настоящие, огурцы желтяки, да. Не пойму, почему они так. Почему? Вот, 2 евро. Так ты уверен? Ну, там да. Должно написано быть гурки. Вот это. 1 килограмм. Да ну, это не они. Ну, а что? Они, конечно. Желтики. Круассаны вот по евро, по скидке. 4 круассанчика, 1 евро с начинкой. А вот хлебушек. 85 центов. 850 грамм. Уже порезанный. Вот. Вот такие для гриля колбаски. 2,99. Так, а дальше что тут у нас? А вот сырые. $2.19. Такая упаковочка у нас. И вот тоже есть сырые. $3.99 такие у нас. Колбаса, вот нарезанная колбаса, 0,99. И вот есть 1,089. Вот кусок мяса, правда, непонятно почему. А, 5 килограмм, 5,44. Вот такие 2,99 сосиски. Колбаски. Вот большая колбаса, 3,99 здесь. Килограмм тоже большая колбаса. Килограммовая. Да, любят здесь сосиски, колбаски. Ну вот. 500 грамм. Колбаса 2,49. Такое разнообразие сыров здесь. 1,99 такой сыр. Вот еще такой есть по акции. Тоже 1,99, а так он 2,49 стоит. Тут 400 грамм. Ну да, довольно много. 60 гривен 400 грамм, нормально.
Ну, это 400 грамм. Вот вообще сыр очень хороший, мне кажется. 1,99 евро, 450 грамм. Тут таких сыров много, по 1,99. Вот это подороже сыр, 2,49 евро, но тоже 450 грамм. Такой сыр в кусочках, 2,29. Это Лисин Рай. Такой десерт, 0,79 евро стоит. Вот этот 0,35. Да, где-то 10 гривен. А вон, смотри, по скидке 0,25. Еще дешевле. Вон, красивые тоже по 4 штучки. 4 штуки 0,79. Леся, прижми к груди, баночка йогурта. Его цена 1,69 евро. Килограмм. Персик маракуйя. Молоко. Молоко. Нет, это сыр, масло 1,75 евро за упаковку, да, вот. Это масло, это выше то, что масло. Вот масло такое по скидке 1,75 евро. А молоко 0,69. Соус вот такой вот 0,95, майонез 1,59 майонез. И вот майонез 0,95 такой майонез. И для любителей пива. Бэкс. 0,89. Джава такой 0,79. И в бутылке вот есть 0,59. Вот такое вот пиво 0,59. Вот пиво 0,29, вот такое в баночке, 0,29 евро. Ну и водка, вот такая вот водка 5,79, вот такая в красивой бутылке 6,99 евро, 38 оборотов водка у них. Вот такая грушевая яблочная 6,99, это 40 градусов водка. И вино 2,59, 0,75 литра. Вот такие цены на вино, в принципе. Без комментариев смотрите сами, если что, нажайте на курс, у нас сейчас 32,6. Вот, в принципе, такие цены на вино. Вот такой небольшой обзор цен в супермаркете Lidl мы вам сделали. Я надеюсь, что это было кому-то полезно. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите наши видео. Пока-пока!